Сцена называется «Гений первый сидит, ходит второй». Второй. Вызывали? Вызывал. Ну что, Сидоров, будем подавать документы на выселение? Кого? Тебя. За что? Не за что. Ты вчера на стадионе был? Не помню. Еще бы. Столько выпить и еще что-то помнить. Второе, что на стадионе? Побил ты. Кого? Мировой рекорд. Я? Не я же. В каком виде? В пьяном. Не, в каком виде спорта? В беге на 100 метров с препятствиями. Вот документ, достает блокнот, читает. Присоединился к бегущим с опозданием. Но пробежал первым. Установил новый мировой рекорд. 3 секунды. Не-не-не, нормальный человек не может бегать так быстро. Первый, речь не о нормальном человеке, а о тебе, Сидоров. Будем выселять. Второй, за что? Не за что. Да на тебе жалоб знаешь сколько? Сколько? Как у ежа иголок. Как выпьет, так у него сверхъестественные способности открываются. Второй, наговаривают. Кто? Враги. Ежа какого-то приплели. Первый, кстати, про ежей, достает блокнот. Из зоопарка пришло. Читает, 30 минут разговаривал с животным. Второе, а что запрещено? Встал у клетки с ежом, разговаривай с ним, сколько влезет. Первый, не у клетки, Сидоров, а в клетке. И не ты с ним, а он с тобой. Второй, еж тоже был выпивший. Первый, еж был трезвым. Это был не еж, а медведь-гризли. Второй, с медведем? Я? Не я же. Что он тебе сказал? Не помню, жаловался на что-то. Первый, ну с медведем, ладно, десантники тебе что сделали? С десантниками разговаривал? В самолет с ними сел? Я? Не я же. Соревнования были по парашютному спорту, кто приземлится первым. Участвовала вся армия, рядовые, сержанты, офицеры. Кто, думаешь, приземлился первым? Ты генерал. Нет, ты. Я? Не я же. Сорвал праздник людям, нарушил правила. Не-не-не, правила никогда. Что никогда? Надо было открыть парашют как можно позже. Ты совсем не открыл. Второй крестит. Царствие небесное. Кому? Мне. Сидоров, трезвый, ты совсем тупой. Если царствие небесное, с кем я тогда сейчас разговариваю? Второй, а как же без парашюта? Первый, никто, кроме тебя, не знает. Выпивший ты гений. Второй, наговаривают. Кто? Враги. Все, будем выселять. Второй, за что? Гений, это неучи говорят, а наука молчит. Первый, нет, не молчит, достает блокнот. Вот из Академии наук пришло. Читает, ворвался пьяный в конференц-зал. И стал математически доказывать ученым, что Бог есть. Я? Не я же. Доказал? Доказал. Второй крестит. Господи, тогда помоги мне. Первый, ты что, совсем ничего не помнишь? Смутно. Первый, вспомни хоть что-нибудь, пригодится же людям. Ты пойми, Сидоров, у трезвых на это могут уйти 1000 лет. 1000, да. Что же наши ученые, что, так мало пьют? Первый, будем выселять. Второй, за что? Первый, когда ты угомонишься, наконец? Все в тебе кровь играет? Может, тебе жениться? Второй, не-не-не-не-не. Первый, что не-не-не? Что ты как черт от ладана? Второй, я стесняюсь девушек. Первый, мне-то не надо врать. Достает блокнот, читает. У дома моды, мисс города, хотела броситься под машину. Из-за тебя обещал жениться. Я? Не я же? Читай, тут появилась мисс Республика, он перекинулся к ней. Тут появилась мисс Европа, он перекинулся к ней. Ты бабник, наговаривают. Кто? Враги. Наговаривают, читает. Склонил Европу или наклонил? Вот пишут. Склонил Европу, не разобрать к чему. Но утром она посмотрела на него трезво и сбежала. Найди ты себе простую девушку, тихую, скромную, работящую. Второй плачет. Первый, что ты? Второй, за меня никто не пойдет. Почему? За тобой есть хорошие дела. Второй, не помню.
первый, еще бы. Достал блокнот. Вот, читает. Будучи в нетрезвом виде, расшифровал древнюю вавилонскую клинопись. Или вот, читает. Во время пожара в подпольном казино вынес из огня, 6 полицейских. Не я же. Что они там делали? Не знаю. Вот что, Сидоров, после всего этого интересно мне стало. Можно ли совместить гениальность с трезвостью? У нас, не у них же, совместить хорошо бы. Еще бы, садится рядом со вторым, обнимает его за плечи. Можешь ты разгадать эту тайну? Тебе Нобелевскую премию дадут. Хорошо бы, еще бы. Девушка любая за тебя пойдет. Хорошо бы, еще бы. Сколько тебе надо выпить, чтобы разгадать эту тайну? Второе, сколько можно узнать только по ходу эксперимента? Первый, я взял с собой. Достает бутылку водки, стакан. Наливать, пей. Второй пьет, еще. Первый наливает, второй пьет, еще. Первый наливает, второй пьет, еще. Первый наливает, второй пьет, еще чуть-чуть. Первый наливает, второй пьет, хорош, грамм в грамм. Первый, ну, можно совместить гениальность с трезвостью? Второй, легко. Разгадал? Второй, делов-то. Первый достает блокнот, ручку, записываю, говори, ну. Второе, знаю, как совместить. Первый, молодец. Но не могу выпил точно, чтобы разгадать. Разгадал, но не могу Бросаю пить. Первый, нет, не бросаешь. Второй, бросаю в зал. Люди, бросайте пить. Первый зал, нет. Берет второго за шкирку. Сперва пусть они все выгоры, уводят оба.